В этом примере показано, как выбрать предварительно запрограммированный режим вождения в меню MultiSense. Коснитесь одного из режимов вождения – Sport, Comfort, Eco или Neutral. В контекстном меню можно перейти к настройкам активного режима. Во всех предварительно запрограммированных режимах некоторые параметры изменить нельзя, тогда как некоторые из них можно настроить в зависимости от комплектации автомобиля, стиль щитка приборов, подсветку, регулировки сиденья водителя и так далее. В контекстном меню можно сбросить личные параметры выбранного режима,